Очистил радиатор, отопление от грязи, твердых частиц и установил вот такой вот мини-кран. И если меня не будет, любой может очистить эту батарею от твердых частиц, чтобы засор здесь не скапливался. И постоянно будет эта батарея горячей. Вот покажу. Верхний кран вот этого коллектора там закрыт, а нижний открыт. Потому что буду открывать, вода под напором, если здесь будет воздух, и будет скапливаться верхняя часть, и он уйдет через этот кран. Если я открою, вот будем смотреть. Открываю. Эта вода грязная, скорее всего, из подвала идет. Трубы, можно сказать, я очищаю. Вот грязь. Но была вода чистая. Так, открывай верхний кран. Откроем верхний кран вот этого коллектора. Открыл? Все, полностью открывай. Все. Ну класс. Получилось просто все. Резиновое кольцо там. Смотрю, как бы она, это кольцо вовнутрь не ушло. Потому что давить приходится так. Нормально держит. Так и оставлю. Вот теперь горячая батарея. А то, представляете, холодное было. Только вот здесь вот было теплое, а это более-менее горячее было. А это вообще вот теплое рукой можно держать, и будет казаться в дальнейшем, что это часть радиатора холодная. А тут вообще как лед. Да, кран Маевского здесь не помощник, если твердые частицы от завоздушивания спасет, а очистка, конечно, вот такая вот будет классная, если установить мини-кран. Пока.